Вы на канале Роман Каявин 23. Сегодня мы смотрим опасный канал. Он называется «Мой старший брат дурак». Сериал «Дебильная семейка». Вот у него новый ролик вышел. Ну, вчера, 19 часов назад. Уже лайк стоит. И не забудьте поставить лайк. Подписывайтесь на этот канал. Подписывайтесь на автор этого видео по ссылке в описании. И также подписывайтесь на мой телеграм-канал. А там выходят такие информации, когда где-то на ютубе. Ну что, продолжаем смотреть это видео пятого просмотра. Блин, у тебя так много игрушек разных. Тебя, наверное, родители любят. Иска, ты шо, ебать? Я ж глава семьи, конечно, все бабки уходят только на меня. Дец, ты такой крутой, я от тебя так тащусь. Ты же говнарик. Ты когда же за собой горшок ушмыть, воняет говно на всю хату. Шо ты, падаль, пиздец? Я уже в унитаз давно хожу. Я уже взрослый. Хуёсы! Ты что, перед кобылой свои колоть? Давай пошел чистить свой толкан, я даже головой твоего вымою. Братан, давай на минуточку отойдем. Что ты хочешь, треболет? Ты ж мудила винная. Ты не мог бы меня перед девчонкой не позорить. Она мне нравится, я хочу с ней замутить. Ты же дебил, я же даже пиперка не выросла, и молоко на губах не обсохло. Какая еще девочка? Ты мне сейчас поможешь, а я потом тебе помогу. Чем ты можешь мне помочь? Маломерком. Падаль. Потом поговорим. Так, все, стоп. Давайте съебали в ужас из комнаты. А ты, мелкая, еще давай домой болеть. У него тихий час. Какой еще тихий час? Я думала, ты уже крутой и не спишь днем. Да ну так и есть. Что ты его слушаешь? Он же пиздит. Конечно. Мы уже всей землей заебались после его просто не стирать. Он же сытся во сне. Откуда, сука? Не слушай его. Он соврет. Все с тобой понятно. Я думала, что ты крутой перец. А ты фуфло обыкновенно. Больше не звони мне на тамагочи. Пиздец! Да ладно, не грусти. Вырастешь, откроешь для себя мастурбацию, вообще не будешь париться по таким пустякам. Все, давай. Дети, мы дома. Пиздец, опять на жизни разложились. Да что ж такое? Шу! Да говорю, как дома хорошо. Все такое родное. Детки любимые бегают. Ну это да. Мама, представляете, что мелкий? Какая образа. Опять телек разъебал, пока фиксиков искал. Да нет, хуже. Опять? А каких фиксиков-то? Опять пульс мой в жопу запихнул. Да нет, вы девочку привел на хату и закрылся здесь в комнате. Ой, сука, опять человека похитил. Мне уже беда отдавать мне. Вы этот раз вообще хвостик с молотками взяли, чтобы его отмазать. Папа, какое похищение? Ну, у меня вообще-то любовь. Ой, мой родной, ну первая любовь это серьезно. А покажи хоть фотки ее. Сейчас, баба, принесу телефон. И что там, как нормка было? Папа, я хз, я в сортах говна не разбираюсь. От мамочка, дерзы. Не поняла, это шо? А это, мама, Ваня курит, пока вас дома нету. Чё, охуел? Мама, это все ложь, я на здоровую обращусь. Папочка, а что означает, когда старший братик звонит кому-то и говорит? На заднем фоне кот. На заднем фоне кот. Пацаны, не ссыте. Что, скоро этот старый долбоёб уснёт, и я на машине к вам подтянусь. Поедем в поле подрифтим. Да кот почему, сука, резина лысая? Папа, это неправда все. А может, ты еще и пиво пьешь? А, не, мама, пиво он не пьет. Ну, хоть тут нормально. А то я уже начал думать, выгонять его нахуй с дома. Он водку хлыщет. Шо? А мама, он пьет, курит, угоняет папину машину. Как вообще воспитали такого уебана? Хорошо, что у вас есть я. Ну, знаешь, родная, мне всегда этот мутиза не нравился. Он что-то вообще похож на нашего соседа Диму. На Колю. Чё? Ну на Колю больше, а Дима у него только глаза. Ты что, охуел? Кушать будешь? Так подожди, я что-то не понял. Давай, пойдем, я уже суп разогрела. Какой нахуй суп? Что за Коля и Дима? Блин, ты такой крутой. А как ты получил эту комнату себе, лысичка? Тут раньше жил чушпан, а эта комната для настоящего. Бедный Вадик, все, он ушел с канала. Это последний длинный видос. Вот я его и выгнал нахуй, чтоб мы с тобой могли хорошо проводить время. Блин, ты такой крутой. Какой нахуй Коля? Друзья, огромное спасибо за просмотр. Кто не подписан на канал, подписан, пожалуйста, отпишитесь и подпишитесь заново. Но я не хочу на твой канал отписаться. Я не хочу.
отписаться. Я уже на твой новый канал подписан. Ты все, Валя Фор. Прожмите колокольчик, а также лайк, комментарий. Всем спасибо, до новых встреч. Фух, я ролик понравился. Если вам, ну, кто понравился, поставьте лайк. Подписывайтесь на этот канал. Подписывайтесь автор этого видео по ссылке в описании. И так, кто подписывайтесь на мой телеграм-канал. Вот там выходят такие информации, как это не на ютубе. Ну что, ребята, всем пока. Увидимся в следующих видосах.